Правительство России утвердило сезонные расширенные диапазоны дифференцированных тарифов для тех регионов, где уровень газификации составляет менее 5%. К таким относится и Приангарья. В этих субъектах на время отопительного сезона будут применять повышенный коэффициент 1,8, сообщает Федеральная антимонопольная служба. Такие меры введут с января по апрель 2025 года. Для первого диапазона максимальное значение составит 7020 кВт-часов в месяц, второй диапазон от 7020 до 10800. Все, что выше, будет относиться уже к третьему диапазону энергопотребления.